Так всех, всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимать. Леонид Алексеевич. Да. Алло, 3-й, 3-й и 4-й блок горит крыша в результате аварии и взрыва. Свинцовая каска, респиратор, щитки из оргстекла от бета-излучения на глазах, рентгеновский фартук, под которым защита свинца 1,6 мм, две пары рукавиц, простые и просвинцовые. Вес защиты составлял от 25 до 30 кг. Сегодня я хотел бы вам представить обзор на модель от компании SM, модель под номером 35903, Чернобыль 3. Первое, что мы видим, красивый красочный бокс-арт. Под бокс-артом у нас коробка из плотного картона, в коробке у нас пакет с ледниками. Инструкция в виде листа формата А4. И, что очень приятно, прикольно будет смотреться, это фон. Фон очень классный. Дальше я еще раз его сниму, вы посмотрите. Инструкция, как я сказал, в виде листа формата А4, глянцевая. На первой странице у нас показан литник, краски, на обороте непосредственно номера цветов и как собирается миниатюра. Ледники у нас хорошие, серого пластика, классно пролиты. Мне очень нравится компания SM. Это дальше будет видно на более крупных планах. Качество литья очень хорошее, даже на самых мелких деталях все пролито очень хорошо. Сейчас хотел бы обратить ваше внимание на фон. Фон вообще реально очень классный. Во-первых, приятный на ощупь, на все вот это. И смотрите, как он смотрится хорошо. Мне это очень понравилось, очень. Фон реально классный, мне очень понравился, поэтому, собрав данную миниатюру и поставив на фон, она будет смотреться очень круто. Ледники из серого пластика, каких-либо дефектов на ледниках обнаружено не было. Вы это видите, что все хорошо пролито. Лица у нас вот в масках, в очках, непосредственно обмундирование, которое я сказал в самом начале видео. Ну, все это классно, приятного просмотра, всем пока!